Здравствуйте, меня зовут Валерий Кузнецов, и мы продолжаем исследовать уфимскую топонимику. Сегодня мой рассказ об известном, наверное, всем уфимцам месте, которое называется Сафроновская пристань. Место находится ниже по течению по реке Белой от станции Уфа, территория речного порта. И если с пристани все понятно, вот она белая, к сожалению, нынче, надеюсь, временно не судоходная, то загадку составляет название Сафроновская. Но, в принципе, в этом загадки никакой нету. Во второй половине 19 века в Уфе весьма известными и почитаемыми людьми были братья Алексей и Федор Семенович Сафроновы. Именно по ним пристань и получила свое название Сафроновская. Братья Сафроновы были владельцами заводов, пароходов. Кроме того, они были крупными землевладельцами. Именно с них в 1865 году началась скупка башкирских земель в Уфимском уезде. Ну а кроме Сафроновской пристани, Уфе также известна под именем Сафроновская, Сафроновская слобода, она же Сафроновская гора. Территория, примыкающая к Сафроновской пристани. В частности, улица Златоустовская, на которой в данный момент я нахожусь. И еще немного про Сафронов. Многие, кто отдыхал на реке Инзер, слышали, а может даже бывали на месте, которое называется Французская поляна. Когда-то там находился металлургический завод. Казалось бы, какая связь? Связь между тем самая прямая. Дело в том, что отцом-основателем, а также первым владельцем завода был один из братьев Алексей Семенович Сафронов. И уже только потом, через 15 лет, он перепродал завод французской компании. На сегодня, пожалуй, все. Смотрите каждые две недели новости об уфимской топонимике на телеканале ЮТВ.